Да, блин, вот так вот. 6 предметов, все, я вас жду! 6! Вот оно! Что нам еще новые бойцы нужны? Итак... 6! Спасибо, да холдик, ты слишком оперативный. Так. 6! Ого! Опять! 6! 6! Да ладно! Офигеть! Я предлагаю переснять. Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте, это новый батл сундуков, но мы не стоим на месте, мы постоянно что-то придумываем, делаем что-то интересное, новенькое, дабы вам было тоже прикольно смотреть. И сегодня у нас батл, казалось бы, снова 4 ютубера, да, снова будем открывать сундуки, но не так, не тут-то было. То есть мы будем выбивать новых бойцов, раньше мы считали за нового бойца баллы, то сейчас мы делаем батл, когда у нас такая вот таблица, формат называется бинго, да? Да. Вот, да. Значит, у нас... Да. Да, ну это правда же. У нас... Ладно, продолжай. Да, вот. У нас под каждым экраном, видите, таблички. Уже у некоторых бойцы перечеркнуты. Это значит, что небольшой спойлер, что было в предыдущих сериях. Но, тем не менее, зайдите, посмотрите. Ссылочки на другие серии будут в описании. Пойдите, посмотрите, как это все происходило. Потому что с помощью некоторых манипуляций мы выбивали этих персонажей. Это проверено. Если вы ставите лайк, подписывайтесь на каналы. Однозначно везет как и вам, так и нам. Проверяйте, эта тактика работает, проверена годами-дедами. А мы сейчас продолжим открытие. Значит, у нас всего было 4000 гемов. У меня сейчас 2к уже осталось, пока очередь ко мне дошла. Откроем на моем канале на косарь гемов и продолжим на канале у Эрика. Продолжение будет у него. Ну что ж, я готов открывать. Боже. Значит, ребятки, я, получается, выбил всего лишь Карла и Пенни. Они пока никак не пересекаются, но в любом случае я две линии активировал. Повезет мне или не повезет. Паша, кстати, уже закрыл линию, да, блин, вот так вот. Причем это ему выпало подряд. Карл, Рика и Пенни. Короче, смотрите ролики, вы должны знать, как это произошло. Так, ну да. Что, поехали, первый сундук, все готовы, да? Да, да. Да, погнали. Фух, ну, пожелайте мне удачи, дабы я вытащил кого-то из этой таблицы. Поехали. Да, бум, хорошо. Первый сундук, у нас 5 предметов, у вас тоже, да? Да. Это все да, я. Все правильно. Не, я сам. Второй сундук, поехали. Я сам? Да. Ты, ну ладно, окей, пойдем помочь. Не, ладно. А, так, второй сундук тоже мимо. Третий, готовы? Тоже мимо, да. 6 предметов, все, я вас жду. Ух. Не надо было так трястись, 5. Покушал. Ты стой, Данил, не надо открывать. То у меня 4. Там какой-то мир свой, да? Я сам, не надо открывать. Данил подбежал, начал кликать, а у меня один предмет сейчас горит. Так, у меня вообще пусто. Я уже четвертый открываю. Уже 5 сундуков открыл. Блин, ребят, там кто-то лайк не поставил. Так, ребят, да, лайки поставили, я выбил. Но сделайте так, чтобы и парни. Вот плюс один лайк, плюс один предмет этому ютуберу. А ну-ка. 6! Спасибо. Вот оно! Вот оно! Спасибо! Это кому? Это... У меня, короче, 5 предметов, но засветилось. Засветилось. Все. Видите, лайк работает. Эрик, у тебя светится? Да. У меня светится. И у тебя светит. Пацаны, лайк, вот это лайк. Так, ну что, теперь подпишитесь, чтобы выпало лего. Смотрите, готов? Мы отдыхаем, лайки работают. Прикинь, сейчас 4 леги, блин. Да я хочу, да, я хочу лего. Да. Это все на 4 канала надо заливать будет. Так, готовы? Да. Раз, два... Три! Дэрил. Так, Дэрил. Карл. Карл? Карл. Так, а мне выпало Пенни, я закрыл еще кромик. Мне тоже Пенни выпало. Пенни? Пенни? Прикольно. И кому еще? Эрику Пенни, еще кому? И мне Пенни. Мне Карл. Мне Карл. И Паша Пенни. Так. Окей. Так, это Паша, что тебе Пайпер выбить, и ты две линии? Итак, важный победитель. Капец какой-то, ну да. Слушай, ну ты, конечно, красавчик. Ну поехали еще. Окей, да, следующий поехали. Сундук. Так, ребята, стратегия также. Кто еще лайк не поставил, накидывайте, потому что нам еще новые бойцы нужны. Итак... 6! Спасибо, да холдик, ты слишком оперативный. Подожди, только про лайк сказал, сразу все, шестерочка. Вообще пойдет. А мне пока нет, ребята, мне пока нет, поэтому нажимайте еще раз. Сильнее прожимайте. Так, 6. Ну жди тогда единичку. Так, сколько у кого гемов? 1450. У меня где-то 400 осталось. Ага, а у вас? Ну, у меня 300 с чем-то. Понятно, понятно. Так, лайк надо срочно, значит, я вас понял.
Да дайте 6 предметов. Блин, ну капец, мне даже. Мне еще рикошет. Я на единичке жду, если. Чтоб вы понимали, мне еще рикошет даже не выпал. 6. 6. От сколько? У меня уже все секретки, это... Не, у меня что-то после леги вообще не падает. У меня светится. Паш, у тебя сколько гемов? Так, у меня осталось 1200 гемов. У меня 1210, понял? Так, окей. Да-да-да. Не понял, не понял. Готов открыл? Готов? Хоп. Так, что, я на единичке или что? Не да понял. Блин, ну сейчас, ну мне должен же еще один боец выпасть, ну как бы обязан. Я тоже на единицу. Тоже, да? У меня 130 гемов, это один мегаящик. Я... Нет, только она не светится. Так, ну окей. Раз, два, три, поехали, хоп. Да ну ты, где же 5? Короче, я еще один открою, но если что, докину. У меня просто ровно как раз не хватает 30 гемов. Как раз ровно, я их докину и будет четенько. Так, я случайно открыл. Окей, кто выпал? Пенни. Пенни? У, мне Пайпер! Ого! Пайпер? А Пайпер... Мне 100 снег выбить, я закрою сразу две линии за один раз. А, как? Как это две линии за один раз? А, они... Да ладно, у Эрика Игрик! Читер! Так подожди! Тебе даже если выбить еще Нани, ты еще одну линию закроешь. Офигеть. Я все закрою. Я все закрою. Да, я все сделаю. Я вас всех закрою. Так. Шесть! Опять! Так, стоп, так, стоп, 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 стоп. Мне тоже. Я последний сундук открываю. Ребятки, кто еще не поставил лайк, не подписался на канал, у меня просто гемов больше нету. Я вас очень прошу сделать это, потому что мне выпал всего лишь один персонаж в этом ролике. Но при этом ничего не добавилось. У меня только два перса. Если я сейчас выберу рикошета, есть возможность, шанс того, что в своем ролике я не закрою линию, но в ролике Эрика я еще могу догнать кого-то. Поэтому лайк, подписка, все готовы. А у кого-то еще единичка, да? Ну, у меня нет, у меня 6 сундука. Последнего сундука, 6! У меня тоже, чувак! Давайте втроем. У меня тоже шестерка. Так, есть. А у меня, короче, 1040 гемов. Может, мне тоже открыть? Ну, один. Не, либо можешь, либо большой, либо... Ну, прикинь, сейчас у всех единички, все легу, ну, отвечаю. Да, давайте смотрим. 6! 6! Да ладно! С последнего! Так, ну давай, подгоняй до единички. До единички подгоняй. Да. Офигеть! Так, готово, да? Вы же понимаете, что сейчас уже редкие, сверхредкие, как бы позади, сейчас уже пошли леги. Так. Готовы, да? Да. Ну, поехали. Раз. Раз. Два. Три! Джин! Да ну! Что? Я закрыл вторую линию! В смысле? У меня Пайпер вылетел, я закрыл две линии. Да ладно! Пайпер? Да, две линии. Сейчас я нарисую. Так, Пайпер, значит, Паша Пайпер. А, так, кисточка, значит, тут я Холдик, я Джин. А значит, у меня два... Пайпер ты выбил? Да, я выбил Пайпер. А как ты? А, ты закрыл верхнюю линию и середину. Да, и середину, и верхнюю. А мне Наня надо. А ты кого выбил, Серега? Пэм. Пэм, аурум дорисовываю. Это мало что того. У тебя вообще прям... А, у тебя... Я победитель по жизни. Я просто покажу пацанам, что я навыбивал. И, типа, как бы... Капец. Я выбил всего 3 эпика уже, 2 мифика. И при этом у меня состояние, по-моему, худше всех. Я тоже 2 мифика выбил. И тоже не все. Жесть. Друзья, значит, смотрите. Ну, я тоже как бы... Эрик, ты не закрыл, да, еще? Или закрыл? Нет, Эрику одну легу выбить, и она решает вопросы. Им потом батл надо реванш с Пашей будет делать. Не, ну я чувствую, что я сейчас в видосе Эрика прям. Да, решу. Вот, что я и хочу сказать. Дорогие друзья, в своем моем ролике пока что решилось то, что Эрик догнал. А нет, Паша оторвался, блин. Да, я оторвался. Блин, Паша понимаю. Вообще жестко, что-то вообще прям. Ну, надо... Эрик, тебе же достаточно тоже легу выбить. Я предлагаю переснять.
Реванш. Да, надо, я тоже. Я за реванш. Ребята, если хотите реванш, то поставьте лайк, перейдите по ссылкам в описании обязательно. Пацанам тоже накиньте по лайку. И смотрите последнюю серию на канале у Эрика, потому что еще не конец, еще 1000 гемов, и еще, возможно, Серега сейчас две линии закроет, и потом вообще непонятно, что будет. Если будет какая-то несостыковка и ничья, да, какая-то, ну, нерешенная будет ситуация, мы ее обязательно решим в следующей серии, во второй, если вам такой формат нравится. Накидывайте лайки, пишите свои комментарии, у всех гемы все, да? Да, да. Ну, на этом будем прощаться, всем удачи и всем. У меня 40 гемасов, ну ладно, неважно, все. Так открой большой ящик. Да? Да не, я больше не хочу тратить. Ну все, окей, ладно. Давайте на мегаящик, не? А у тебя сколько? У меня 970, но я же обещал докинуть 30 гемов, поэтому будет ровно касать. Ну ладно. Так что, открывать, не открывать тебя? Ну, открывай тогда. Давай, все, один, смотри, один. И 5. Такую концовку мне испортил. Всем пока. Что нам вырезать? Не, нормально, оставляем. Все, всем пока. Пока.